электричкой из Москвы. Я поеду в никуда. Господи, как красиво, а? До конечной станции буквально несколько минут. Она же станет завершением большого путешествия. За плечами журналистов «Комсомольской правды» Владимира Варсобина и Виктора Гусейнова 58 электричек и больше месяца пути. Восторгский парикмахерский, и там привести себя в порядок, потому что невозможно уже. Идею отправиться из Москвы до Владивостока на электричках позаимствовали из интернета. Журналисты сами прочли статью одного из пользователей, что такое приключение вполне реально. Для этого понадобится 58 электричек, ну и, конечно, крепкое желание доехать до конца. У нас в газете как бы походили вокруг этого, а мы с Витей решили за это дело взяться. Но не только потому, что это спортивный интерес, типа там слабо, вот. Ну, еще к тому же, что хотели посмотреть страну. Страну не ту, которая сидит в миллионниках, сидит в фейсбуках, контактах и думает, что она вся страна. А вот страна настоящей России, которая находится между городами, вот, которая живет своей жизнью, и о ней мало кто знает. Маршрут легким не казался с самого начала. Названия станций «Зима», «Ерофей Павлович», «Тулун», «Яр», «Тайга» явно не внушали ничего доброго и комфортного. На деле оказалось, в суровых климатических условиях живут настоящие добрые люди, готовые всегда помочь, обогреть, накормить и подбросить, даже если это противоречит рабочим инструкциям. Они рискуют нарваться на проверяющего, они рискуют своей зарплатой, своей семьей, но они вот именно помогают, потому что в Сибири иначе нельзя. К слову, в пути очень часто помогали читатели, которые за судьбой странников следили с первого дня. Именно поэтому путешественники шутят. В пути их трое. Два журналиста и друг-телефон. Мне кажется, тут желание спасти тебя у всех какое-то просто огромное. Электрички для путешественников стали своеобразными экскурсоводами. О благосостоянии региона говорила одежда пассажиров, количество вагонов, состояние вокзалов, стоимость билетов. Так, к примеру, в Чите электропоезд состоял лишь из одного вагона, а цена за один билет по стоимости люкса – 1400 рублей. Путешествие на электричках стало энциклопедией не только уклада жизни в глубинке, но и собственных возможностей и неприхотливости. Я никогда до этого путешествия не знал, не думал, что в электричке есть туалет. Вот просто это было для меня открытием. А так здесь можно жить. Я уже спал на вот этих вот... Я привык спать на этих маленьких полочек. У меня ростом почти 2 метра, но я в ней как-то сплю хорошо. Я спал в кабине машиниста, я спал в фуре, я спал в каких-то маленьких комнатах отдыха на вокзале, что для меня тоже стало открытием, что на вокзалах есть комнаты отдыха, и они приличные. Впечатлениями в последние минуты путешествия Владимир Варсобин и Виктор Гусейнов делятся с коллегами-журналистами. С ними же услышали долгожданное сообщение от машиниста. Локомотивная бригада в составе машиниста электропоезда Светлана Андреева, помощника машиниста Клокотного Вячеслава Васильевича, поздравляет Виктора Гусейнова и Владимира Варсобина, журналистов «Комсомольской правды», с завершением путешествия на электропоездах по маршруту Москва-Владивосток. Поздравляем от всей души. Следующее путешествие можно сделать в космос на скейтборде. Обязательное мероприятие – сфотографироваться у знака окончания Транссибирской магистрали. 9288 километров эти путешественники преодолели не за 7 дней, как все. Путешествие длилось месяц и 2 дня. Все, мы в Владивостоке, я встал сюда ногами на Приморскую землю. Обратно в Москву путешественники вернутся уже самолетом. Быстро и комфортно. А вот активные читатели уже обсуждают, как испытать журналистов в следующий раз. Инна Щедрова, Александр Портовщук. Новости на 8.